Марина 3 года отбыла в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности. В тот день она возвращалась домой, не предупредив родных. Света, доченька. Марина Кириллина, 41 год, освободившаяся из места лишения свободы, замужем. Наконец-то все закончилось. Мама! Мама! Светлана Кириллина, 19 лет, парикмахер, дочь Марины, замужем. Вернулась! Папа, папа! Ой. Папа, мама приехала! Ну, наконец-то! А ты чего не позвонила? Алексей Кириллин, 43 года, муж Марины, водитель-дальнобойщик. Я бы встретил, ну, как полагается. Вас можно прям на семейные календари фотографировать. Жаль, я ненадолго забежала. Документы собрать, на работу пора. Не знала, что ты сегодня. Ну, беги на свою работу. Вечером встретимся. Мы еще обязательно отпразднуем, честное слово. Я в душ. Марина поняла, что в ее отсутствии в доме бывала другая женщина. Марина! Ну ты что, отдохнешь с дороги или пообедаешь? Ничего пока. Мне нужно свыкнуться с мыслью, что я не на зоне, я дома. Что мне не нужно отмечаться ни с утра, ни сегодня. Светка-то как? Освоилась в новой семье? Ну, в общем, да. У них с Петькой совет да любовь. Все в делах, все спешат куда-то. Как свадьба прошла, ты знаешь? Жаль, что не успела. Когда нам было 19, нам тоже было не втерпёшь. О, Господи, неужели этот кошмар закончился? Забудь про тюрьму. Считай, что ничего не было. А что, так можно? Можно. Ладно, давай я тебя обедом накормлю. А то мне вечером в рейс, еще собираться надо. Понятно. Я уже неделю дома, на свободе. И никак не могу привыкнуть. Мне все время кажется, что оглядываются, шушукаются. Боюсь, так будет еще долго. Но ведь когда-нибудь это закончится? Да я до сих пор боюсь шагов за спиной. Боюсь ходить по лестнице. Знаете, вот 3 года назад я возвращалась вечером от подруги, и в подъезде пьяный пытался меня изнасиловать. Я отбивалась, толкнула его с лестницы. Но свидетелей нет, изнасилования нет. Я вызвала скорую помощь, а он умер в больнице. Ну, как следствие, суд и заключение. Да уж. Наверное, уголовный кодекс не может быть совершенным ни в одной стране мира. Да не в этом дело. Просто за 3 года мое семейство привыкло к моему отсутствию. Мы стали практически чужими. У них своя жизнь. А я для них просто посторонний человек, как мне кажется. Просто был определенный кусок жизни, их жизни, в которой не было вас. Но они ведь тоже этот кусок жизни не могут просто взять и выбросить из памяти. А теперь начинается следующий кусок. Уже общий. Но для этого нужно время. Марина обзванивала своих бывших клиентов в надежде найти работу. Алло? Жанна? Это Марина, портниха, которая вам платье шила на свадьбу. Помните? Извините. Алло? Ой, наконец-то до тебя дозвонилась. Елена Сластина, 42 года, подруга Марины, бухгалтер на швейной фабрике. Лена, это ты? Привет. Ты знаешь, очень хотелось бы встретиться. Сегодня ты как? Можно и увидеться. Давай в парке. Как будто вчера на этой лавочке сидели. Как будто и не было этих 3 лет. Что ж вы все заладили-то? Не было, не было. Они, к сожалению, были. Ну ладно, сама-то как? Как всегда. Ни мужа, ни детей. Одна работа. А давай я тебя к нам устрою. Точно, я завтра же поговорю с завкадрами. Он у нас вроде мужик неплохой. Потом заказчиков тебе найдем. Раскрутишься. Спасибо. А то на душе какая-то трясина, вот засасывает аж. Да ладно, что ты заладила? Ну, подумаешь, пожила на севере 3 года. Даже интересно. Главное, домой вернулась. Лен, ты чё? А ты ничего не хочешь мне сказать, Лен? Ты о чем? Хорошо, я прямо спрошу. Лен, ты почему тогда не вышла на лестничную клетку? Ты же должна была все слышать. Я сначала шум услышала, ну, у нас такое часто. Я только потом поняла, что это ты кричишь. Я очень испугалась. И милицию вызвала, потом стояла под дверями и плакала. Все слышала, и все равно не пришла в суд. Что бы я в суде сказала? Дела об изнасиловании самые недоказуемые. А человек погиб, но тебя все равно посадили. Ну ты даешь, подруга. Марин, извини, я не это имела в виду. Марин, прости меня, пожалуйста. Я для тебя все, что хочешь, сделаю, правда. Ну прости меня. Ну... В конце недели Света, наконец, забежала проведать мать. Мам, я опять ненадолго. Нам с Петей сегодня в кино, там все наши будут. Ты не представляешь, что мне Иван Михайлович на свадьбу подарил. Кто такой Иван Михайлович? Бизнесмен, друг семьи. Ничего, я тебя со всеми познакомлю. Устроим семейный обед, когда папа приедет. Он так свекром понравился. Как бы мне хотелось с Софьей Кирилловной встретиться, ее мужем. Так что тебе подарили? Абонемент в наш самый дорогой фитнес-клуб. Там бассейн, турецкая баня. А какой там спа? Какой тебе спа в 19 лет? Мам, ты не понимаешь. Тут главное статус. Поясни. Неважно. Вот тебе свадебный альбом. Поизучай на досуге, кто был, как зовут. И сразу вольешься. Куда? В наше общество. Ты же знаешь, я ради тебя на все готова. Но сейчас не могу, опаздываю. Дочка, не пропадай надолго. Только в выходные нам с Петей на дачу, а в понедельник у меня смена. Ну, я позвоню. Благодаря хлопотам Лены Марину вскоре приняли на работу на швейную фабрику. Лен, спасибо, все получилось. Начальник у тебя хороший. Ладно, он завкадрами у нас недавно, но, говорят, мужик неплохой. Да я сейчас всем рада, кто со мной разговаривает по-человечески. И вообще я довольна, что с понедельника у меня начнется новая жизнь. Спасибо. Увидев мужа с другой женщиной, Марина окончательно убедилась, что он ее обманывает, так как в это время он должен был быть в командировке. Отбыв 3 года в колонии за причинение смерти по неосторожности, Марина вернулась домой. Она быстро поняла, что в ее отсутствие дома бывала другая женщина. Марина не простила подругу Лену, которая не выступила свидетелем на суде в ее защиту, но приняла ее предложение устроиться работать на швейную фабрику. Вскоре Марину назначили технологом. В тот же день она окончательно убедилась, что у ее мужа Алексея есть другая женщина. Представляешь, сначала на границу застряли, потом поломка. В общем, еще один день вылетел к черту. Ну, все как назло. А я так домой спешил, к тебе. Ну да, я привыкла, что я все время все делаю самостоятельно. Тебя же нет никак-то. И тогда как… Ну, прости ты меня за тот случай. Прости, что рядом не был. Я бы этого урода собственными руками задушил, если он бы жив остался. Да я все эти годы только и корю себя за это. Да что ты такое говоришь? Я до сих пор по улицам боюсь ходить. Ну, успокойся. Ну, я не знаю, как тебе помочь. Послушай, я неплохо зарабатываю. Нам с тобой хватит. А если ты себя так накручиваешь, выходи на работу, и все наладится, вот увидишь. Так что плюнь ты на все это дело и прекращай хандру. Это не хандра. Ты что, не замечаешь, как все изменилось? Не понял. Ну, мы даже спим с тобой в разных комнатах. Стоп! Во-первых, это твое решение. А во-вторых, его всегда можно отменить. И запомни, ты моя любимая жена. Ну, как вам первый день на работе, а? Есть какие-то вопросы, проблемы? Игорь Шорохов, 45 лет, начальник отдела кадров на швейной фабрике. Разведен. Спасибо, нет. Я же ведь здесь когда-то начинал. Да-да, Лена рассказывала о ваших швейных талантах. Скажите, они еще при вас? А вы что, хотели что-то сшить? Вы только дамский портной? Нет, вообще универсальный. Ну, отлично. Всю жизнь мечтала о хорошем пиджаке. Сумеете? Все учтем, приходите. У меня только к вам встречное предложение. Не могли бы узнать, есть в фабричном общежитии свободные места? Мне хотя бы на несколько месяцев. Хорошо, обязательно узнаю. Да? Алло, здравствуйте. Алёша, можно? Да, он дома. Сейчас позову. Алёша, это тебя. Да, слушаю. Нет. Я же сказал, нет. Не стесняйся, я выйду. Ты чего это в темноте сидишь? Марин, что происходит? Эта женщина звонит уже не в первый раз. Я все поняла. Но я тебя ни в чем не обвиняю. Просто мне нужна ясность. Послушай, у меня никого нет. Ясно? Короче, мне завтра в рейс. Опять целая неделя беспробудной пахоты. Да и потом. Ты чего только о себе думаешь, а? Ты чего только о себе думаешь? Что, только у тебя одной проблемы? Я пока поживу в фабричном общежитии. Мне комнату обещали. Не понял. Ты что, с ума сошла? Нет, мне просто нужно побыть одной. И ты тоже разберись, нужно ли нам дальше жить вместе. Подожди, подожди. Это в каком смысле? Просто квартира твоя, Светка выросла. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я не пропаду. Но и ты разберись со своими приоритетами. Марина решила все-таки переехать в общежитие. Алло? Мама, немедленно вернись. Отец мне все рассказал о твоих закидонах. Я сейчас приеду, и мы поговорим. Свет, не надо никуда приезжать, со мной все в порядке. Что значит в порядке? Ты же позоришь семью, ты понимаешь? Света, ты уже взрослая девочка, у тебя свой дом. Вот и устраивай там свои порядки. Какие порядки? Ты же в этой колонии умом тронулась. Света, я понимаю, что ты переживаешь, но я прошу, не забывайся. Все, счастливо. Леша уехал обиженный. Дочка теперь вообще трубку не поднимает. А на что же это они оба так обиделись? Но они считают, что я поступаю не по-людски. За 3 года моего вынужденного отсутствия дочка вообще очень изменилась. Теперешняя ее новая семья очень благополучна. Она активно общается с свекровью, а меня она, видимо, стыдится. Она считает, что, уйдя в общежитие, я ее подставляю. Ну что ж, Бог ей судья. Хотя я, честно говоря, не верю, что можно вот так вот быстро и навсегда измениться. Либо она всегда такой была, просто вы этого не замечали, либо стала такой ненадолго. Ну, поиграть в примерную невестку, и все вернется на круги своя. Ну, а мне-то как жить? Я-то везде чужая. Даже если и так, то ведь не везде. Ведь сейчас вы все время говорите о том, что вы чужая своей семье. Но это же еще не значит, что всему миру. Правда? Так. Через неделю Игорь пришел к Марине в общежитие на первую примерку. Вам нравится комната? Да, вполне, спасибо. Скажите, долго еще? Нет, нет, еще чуть-чуть. Слушайте, может, нам поужинать вместе в честь первой примерки? Да нет, не стоит, потому что дел еще много, а завтра на фабрику с утра. Так и ведь и мне тоже. Нет, спасибо за приглашение, но я действительно очень устала. Оп. Вот совсем хорошо, можно снимать потихоньку. Нельзя тебе сейчас одна оставаться, до добра это не доведет. Мне кажется, наоборот. Ну хорошо, Алёша тебя обидел. Ну ты же всех от себя отшиваешь, а? Он, Шорохов, хвостом за тобой вьет. Симпатичный, между прочим, мужчина. Разведенный. Ну ты о чем вообще? Меня сейчас никакие мальчики не интересуют. Смотрю на себя в зеркало. Старые, серые. Что? Любовника завела, да? Какого любовника? Ты же в общаге живешь. Там все людям видно, и они молчать не станут. Ты на кого отца променяла? Так, Стис, что ты несешь? Отец тебя так ждал, а ты его позоришь. А мне и так за тебя перед свекрами стыдно. Они и так в ужасе, что ты сидела. Теперь в общагу ушла. Что дальше? Бомжихой станешь? Ты как с матерью разговариваешь, а? Да что ты вообще понимаешь, что соплячка? Ах, это вы все подстроили. Думаете, я не знаю, как вы 3 года отца обхаживали. Думали личную жизнь наладить. Что не вышло? Сами знаете, что не первая красавица. Если у вас в жизни ничего не сложилось, нечего другим вредить. Марина, ничего этого не было. Ты же знаешь, как я к тебе, к Алёше. Стоять! Но ты, юная пионерка, я такой злобы даже в колонии не встречала. Марина понимала, какую боль подруге причинила Света, и винила себя в том, что воспитала такую дочь. Я же спать не могла. Все кляла себя, что на эту лестничную клетку не вышла. Я же любой ценой пыталась искупить эту свою вину. Приду, приготовлю, уберу, малая помою. Светке же ничего не надо было. Да успокойся ты, успокойся, не переживай все. За что она меня так? Ой, ты дура она, дура, понимаешь? Лен, а как у тебя с твоим-то? Ну тот из управления, помнишь, Лен? А? Жизнь прошлой зимой. Я же все, что надо. Молодой, красивый, блондинку с длинными ногами. А я старая корова. Лен, да никакая ж ты не старая, Лен. Да забудь, что тебе Светка говорила. Ну все, все, успокойся, успокойся, успокойся. Вскоре Марина выполнила первый заказ и была очень довольна. Вот, это вот красота. Я об этом давно мечтал. Да, сколько он должен? Ну, я рада, что вам понравилось. И сидит достаточно хорошо. А цена, как договаривались? Угу. Вот. Слушайте, Мариночка, все-таки сегодня суббота. Может быть, устроим праздник, а? Надо же красоту такую обмыть. Ну, обмойте со своими друзьями, пожалуйста. Нет, ну я хотел бы с вами в городе. Ну, как-то неудобно. Ой, Марин, да неудобно чесать правое ухо левой рукой. Ну, я прошу вас. Ну, хорошо. Жду вас в машине. Отбыв 3 года в колонии за причинение смерти по неосторожности, Марина вернулась домой. Она не простила подругу Лену, которая не выступила свидетелем на суде в ее защиту, но приняла ее предложение устроиться на швейную фабрику. Узнав, что в ее отсутствии у мужа Алексея появилась другая женщина, Марина переехала в общежитие. Вскоре за ней стал ухаживать начальник отдела кадров Игорь. Марина, ну что тянуть-то? Ты же знаешь, что ты мне нравишься. Что вы там себе придумали? Марина! После того, что со мной произошло, больше ничего быть не может. Ну что произошло? Да я знаю, что ты сидела. Ну и что? А то, что меня обвинили в превышении самообороны. А все было совсем наоборот. Один пьяный гад пытался изнасиловать меня в подъезде. Я его оттолкнула. Он упал, сломал себе шею. Но это был несчастный случай. У меня эта картина до сих пор перед глазами стоит. Погоди, погоди. В подъезде. Его случайно не Василием звали? Василием, да. А вы откуда знаете? Так это ты Ваську-то убила. Он же мой брат троюродный был. Знаешь, куда ты? Ты убийца. Убийца. Нет, я не убийца. У меня у самой 3 года жизни отняли. Я ни в чем не виновата! На следующий день меня уволили. И попросили освободить место в общежитии. Ну, теперь я хочу уехать из этого города, потому что кроме Лены у меня здесь никого больше нет. Да и она искупает свою вину за предательство. У каждого из тех, с кем вы сейчас имеете дело, есть выбор. Считать вас настоящей злонамеренной убийцей или нет. У вас тоже есть выбор. Решить, что все люди сволочи, или решить, что люди бывают разные. Я не знаю, какой выбор правильный. Я не Господь Бог. Но я знаю, что если выбрать первое, то жить будет очень трудно. Вы считаете, что это только мой выбор? И я смогу убедить себя в том, что и Лена, и Алёша, и Шорохов этот все хорошие, и просто их жизнь заставила? Не надо себя в этом убеждать. Зачем? Это ведь неправда. Люди бывают добрые, бывают злые. Бывают глупые, бывают умные. Но вы ведь можете общаться с теми, кто вам нравится, и не общаться с теми, кто не нравится. Разве нет? А те, кто нравится мне, будут со мной общаться? Что-то я сомневаюсь. Почему-то право выбора, общаться с вами или нет, вы оставляете только за окружающими. Разве у вас такого права нет? Вот не смей, даже не думай этого делать. Я всегда просто приношу людям головную боль. Светлане, Лёше, тому же Шорохову. Ну, знаешь, что Шорохов под лицом оказался. Вот что, переезжай жить ко мне, найдем мы тебе клиентов, начнешь нормальные деньги зарабатывать. Ну, как-нибудь решим вопрос с жильем. Надо просто немножечко подождать. Я всю жизнь чего-то жду. Сколько можно? Знаешь, Марин, вот правда, вот ты не самая несчастная тут среди нас. Ну, конечно, на это место всегда претендовала ты. Шутка. Ну, я и сама тебя хотела попросить дня 2 у тебя перекантоваться. Ну, а что 2-то? Сколько надо, столько и живи. Все, решили. Быстро беги с вещами. Спасибо. Я действительно ненадолго. Открыто, входите. Так, это что, правда? А ты разве не в рейсе? Перестань. Мне Ленка позвонила, все рассказала. Куда ты собираешься? Ну, тебя это не касается. Ты никуда не поедешь. А кто меня может остановить? Я. То есть это мы. Да и вообще это какой-то сумасшедший дом. Знаешь, сумасшедший дом – это когда… Жену обманывают и шепчутся по телефону. От нее требуют, чтобы она гладила, стирала и убирала. Там все кончено. Это ничего не значило, понимаешь? Кто она? Анжела. Она ни в чем не виновата, я сам. Когда тебя забрали, я сильно переживал. А тут она встретилась, ну, и пошло-поехало. Ты обеспечил себе сексуальную жизнь на 3 года вперед. Марина, я правду говорю. Как ты вернулась, я все ей объяснил. С тех пор у нас ничего не было. Я хочу жить только с тобой. Я прямо так ей и сказал. Не пожалел девушку. А с чего ты взял, что я тоже этого хочу? Марина, прости меня. Ну что, мне на колени перед тобой встать? Марина, пойдем домой. Известный закон физики. Угол падения равен углу отражения. И шарик, ударившись об одну стенку, ударится о противоположную под тем же самым углом, но обязательно потеряет при этом часть своей скорости и силы удара. Иными словами, как люди с тобой, так и ты с ними, как ты с людьми, так и они с тобой. Только человек ведь может сам выбирать, на основе какого физического закона ему строить свои отношения с окружающими. Как, например, это выбрала Марина из нашей истории. Вначале, вернувшись из тюрьмы, она уже начала было строить свои отношения с окружающим миром на основе закона об угле отражения. Как люди с ней, так и она с ними. Но потом у нее появилась цель. И выяснилось, что если направить шарик прямо к цели, он куда точнее в нее попадет, чем если предварительно будет стукаться о стенки, теряя при этом собственные силы и передавая окружающим то зло, которое досталось на его долю.